этот маленький шаг в правильном направлении, в сторону Монголии, большое будущее для наших стран. Поэтому мы это еще будем вспоминать. Ура! Ура! Открытие дополнительного офиса «Газпромбанка» на приграничной территории стало важным шагом в развитии российско-монгольского сотрудничества. От этого выигрывают не только бизнес, но и жители обеих стран. Это точно будет способствовать развитию бизнеса. Ну и, конечно же, физические лица тоже будут, потому что сейчас идет обмен, там, скажем, товарообмен, все на налом, да? Это вызывает сложности у бизнеса, да, там переводы, платежи сейчас. Особенно это сложно, замедляет какие-то процессы рабочие. Да. Для «Газпромбанка» важно создавать комфортную инфраструктуру для клиентов. Офис в Кяхте создан для того, чтобы наладить расчеты между двумя странами. Теперь физическим и юридическим лицам будет удобнее совершать переводы, открывать счета, вклады, получать кредиты. Подход найдут каждому. Для города, конечно, открытие любого учреждения, это новые рабочие места, то, о чем говорил уже Андрей Юрьевич, да? И в целом, я говорю, когда разнообразие определенно создается в финансовой сфере, да, для жителей это, я считаю, что положительным образом всегда сказывается. У жителей больше выбора, соответственно, такая здоровая конкуренция подстегивает более выгодные условия предлагать нашим жителям. Поздравить российских коллег прибыли представители ведущих банков Монголии. Гости обменялись подарками в знак дружбы и уважения. Такая поддержка очень ценна и важна в нынешних условиях. Монголия показывает себя настоящим другом России, который чтит память и историю. Оба банка работают в сфере расчетных бизнесов между гражданами и компаниями двух стран – России и Монголии. Надеюсь, в будущем мы будем теснее сотрудничать с вами. В планах у обеих сторон расширять сотрудничество, углублять связи и совместно реализовывать проекты. Валентина Цыбикова, Бату Гармын, Новости дня.